А для следующего очень популярного здесь занятия мне понадобится молоток и зубило. Резьба по дереву? Нет. Изготовление скульптуры из камня? Как бы не так. Массаж. Вот где начинаются в прямом смысле острые ощущения. Здравствуйте. Добрый день. Слушайте, да я даже себе представить не мог, что массаж можно делать молотком. Не только можно, нужно. Это очень полезный массаж, который восстанавливает весь опорно-двигательный аппарат. Кстати, называется он токсен. Ток – это звук от удара по дереву, а сен – энергетические линии в теле человека. Не могу понять, а для чего все-таки нужен молоток? Это молотком можно сделать то, что нельзя сделать руками? Если обычный массаж воздействует на мышцы неглубоко, то именно от удара молотком по дереву создается такой импульс, который проходит через нужные линии и расслабляет даже самые глубинные мышцы. Наверняка это какая-то очень древняя техника. Да, ты прав. Считается, что основы техники заложили отшельники на севере Таиланда. Предположительно, 7 веков назад. А уже во второй половине прошлого века монахи обнаружили эту информацию, переработали ее, исходя из научных знаний и основ анатомии. И мы получили массаж молотком в его современном виде. Кстати, на алтаре – основоположник тайского массажа и медицины в целом. Мы верим в него как в Бога. Верим, что он помогает нам в нашем деле. Чтобы стать мастером такого массажа, долго нужно учиться? Вообще, сегодня есть школы, где вас могут научить всему этому за 10 дней. Но лично я училась 13 лет при монастыре. Вы учились прямо у монахов? Да, можно сказать, из первоисточника. 13 лет? Ничего себе! У нас высшее образование где-то 5-6 лет. Здесь 13 лет, прям здорово. Я готов. Ну тогда укладывайся. Это будет больно? Чуть-чуть. Очень необычное ощущение. Слушайте, удар вот в одну точку, но все это как раз прям распыляется на все тело. Я не могу сказать, что больно, но такое прям ощутимо эти ударчики. О, что-то поострее прям пошло. Ты что-то, ну, слишком напряжен. Ну да, как-то я немножко напрягся так. Все-таки молоток. Уху-ху-ху-ху. Вот это да. О-о-о. Друзья, вообще хорошо. Вхожу во вкус прям. Так, готовься. Меняю технику. Ой, я сейчас прям чувствую. Удары становятся сильнее. Хо-хо-хо. Ай, отлично. Ауф. Чувствую сейчас себя кусочком отбивной. Вы так умело владеете молотком. Гвозди, наверное, вообще легко забиваете закрытыми глазами. Ага. А вы замужем? В разводе. Ауф. О, мы уже, небось, поколачивали так каждый день молоточком. Вот и не выдержал. Я не была тогда еще массажисткой. Ой. Ой-ой-ой.